А кто ваши подруги? Это девушки из шоу-бизнеса или это старые знакомые? Это и старые знакомые. Угу. Вообще, подруг настоящих у меня немного, больше приятельниц, если так точнее скажем. Ну, это общая тема, в общем-то, на самом деле. Мы все в основном в приятелях и приятельницах. А вы можете дружить с мужчиной? В смысле, конечно. Вот, ну, почему? Почему же, конечно, все время? Потому что мы же только что с вами договорились, что вы очень привлекательная, что называется, сексуальным опилом женщина. Естественно, что большинство мужчин хотят вас использовать по прямому назначению. Поэтому дружить с ними сложно как раз. Я поэтому и спрашиваю, есть ли у вас друзья, которые вот, ну, совершенно не видят вас сексуального объекта, а могут с вами общаться просто вот как с собеседником, как с творческой личностью. Конечно, у меня много друзей. Слово «конечно» любимое. У меня много друзей, да. Угу. Хорошо. Вам никогда не мешало вот эта привлекательность, которую вы осознали? То есть вот бывало, что вам приходилось отказываться от каких-то, как принято говорить, проектов, когда вы понимали, что вас видят не только творческую единицу, не но и женщину? Не вынужден, конечно, конечно. Конечно, да. Мое любимое слово, конечно. А женская зависть? Конечно. Вы знаете, я не сталкивалась вот так напрямую с какой-то чудовищной, черной женской завистью. Мне кажется, что это все-таки больше раздутое мнение, суждение, что там красивые девушки, женщины ненавидят друг друга. Нет, у меня почему-то все подруги и приятельницы, все самодостаточные красивые женщины, мы любим друг друга. Есть другой вариант, когда многие девушки, женщины любят окружать себя подругами попроще, чтобы чувствовать себя превалирующей степенью, да? Угу. У меня как-то таких проблем никогда не было. С женщинами у меня вообще нет никаких проблем по жизни. Вот, искренне говорю, вот в шоу-бизнесе все хорошо, с друзьями все хорошо, с подругами, с приятелями, с поклонниками. Угу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.